Наполе-Милан. Ответный матч Лиги Чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1-0 в пользу Милана. Неаполитанцы начали довольно-таки активно. И первый опасный момент был у Квичи Кварацхелли. Он хорошо пробил, но голкипер Милана спас свои ворота. А уже на 22-й минуте Жиру мог выводить Милан вперед. Но он не смог с 11-метровой отметки переиграть голкипера Наполи. Но все же Жиру забивает свой гол на 43-й минуте и выводит Милан вперед перед перерывом. Наполи полностью владели преимуществом на поле, но не могли его реализовать в положительный для себя результат. На 82-й минуте все тот же Хвича мог сравнивать счет, но он не смог тоже, как и Жиру, переиграть голкипера Милана с 11-метровой отметки. Ну и все же Виктор Осимхен, который поправился от травмы, забивает гол на 93-й минуте ударом головой. Счет становится 1-1. Но этого счета мало для того, чтобы Наполи прошли в 1/2 финала. По сумме двух матчей Милан обыгрывает Наполи со счетом 2-1 и выходит в полуфинал, где сегодня узнает своего соперника. Это будет либо Интер, либо Бенфика.